Здравствуйте, извините, сейчас... Ой, что-то затуманено как-то странно. Все. Может, так и к лучшему. Все, я, короче, все подряд просто буду играть и все. Без лишних слов. Так. Закажу, спасибо, да. Не очень, наверное, видно гитару, но я покажу сначала. Вот это 12-струнная гитара. Вот и все. Так, спою я. Спасибо, да. Да, заказывать, ну, можно. Я, конечно, постараюсь что-то спеть. Но сейчас пока заказ будет Наташа еще с прошлого эфира. Вот она посмотрела его потом в записи и просила спеть песню Агаты Кристи «Как на войне». То есть все как бы... Отдохни и послушай, что я скажу. Я терпел, но сегодня я ухожу. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все, до свидания, черт с тобой. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой. Окончен бой, зачах огонь, и не осталось никого. А мы живем, а нам с тобою повезло. Но зло! Боль — это боль, как ее ты не назови. Это страх, там, где страх, места нет любви. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все, до свидания, черт с тобой. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой, беру портвейн, иду домой. Окончен бой, зачах огонь, и не осталось никого. А мы живем, а нам с тобою повезло. На зло! Вот как-то так. Трудно петь и читать одновременно комментарии. Да, спасибо, благодарю. Заказать, вот пока я сейчас не начал петь, можно что-то заказать, в принципе. Хотя у меня есть там программочка такая, которую стоит прогнать, несмотря на то, что я давно уже все это делаю. Чего-чего? Ну, здрасте! Я рэп вообще-то не особо. Так только по приколу. Но тем более, еще и на английском языке. Он же на английском поет. Не на родном, ведь не на африканском. Потрясающе просто. Ну, Тимати, кстати, я уже записал песню Тимати. Вот ту самую, на самом деле. Ну, хотя, ладно, у него там уже хитов-то много за последнее время. Ну, в общем... Thank you.
Я сыграл, если что. Ну да, слышь, ты такая дерзкая. Вот это вот я записал уже. Там тяжелая версия. Я не знаю, как ее там можно на акустической гитаре спеть. Да-да-да. Издеваешься просто надо мной. Сейчас я посмотрю там. Ну, я, естественно, наизусть не знаю. Хотя, когда записываешь песню, все это как-то запоминается, к сожалению. Хотелось бы это все вычистить из памяти, но все-таки. Да блин. Почему без гитары, кстати? Ты хочешь, чтобы совсем все ложово? А, ну то есть ты себе там сделаешь бит, как бы, да? Ну, другие-то этого не услышат. Это как-то нечестно получится. Да-да-да, я так и подумал. Блин, где она? Она же должна была быть где-то тут рядом. Просто я смотрю сейчас в этой... В заметках, короче, в папке «Дядя Коля». Я нашел, но это... Ну, текста тут нету почему-то. Ну, сейчас, ладно. Это можно долго... Сейчас. Я изображу. Петь прям так вот. Серьезно. Ну там что-то типа забрал ее из клуба, теперь пора спешить. В багажнике прохладно, прошу меня простить. Колян украл тебя, это причина веская. Слышь, ты что такая дерзкая? Слышь, ты что такая дерзкая? Да, одновременно не сыграешь, конечно. Да, спасибо. Спасибо за лайки. Только не ругайся, потом дети будут смотреть. А, блин, вот же она. Сейчас. Ну хорошо, да, просто. Если бы я ее не пел бы ни разу, я не стал бы играть. Ну короче, да. 16 сантиметров каблуки малыш блатует. Готовить не умеет, зато как танцует. Ее фасад парней интересует. Селфи в инстаграм, а, дует, дует. Увел ее из клуба, теперь пора спешить. В багажнике прохладно, прошу меня простить. Колян украл тебя, это причина веская. Слышь, ты че такая дерзкая? Ты решила идти по краю, непослушная ты совсем. И как будто со мной играя, улыбаешься нагло всем. Твое тело не приручили, и на вид я резкая. Где манерам тебя учили? Слышь, ты чё такая дерзкая? Дует, дует, да-да-да, час дует. Ты об этом не скажешь маме, ты же девочка взрослая. Просто выложишь в инстаграме небо синее звездное. Я тебя накажу, но нежно, и причина есть веская. Но сначала шепну небрежно. Слышь, ты чё такая дерзкая? А? А? Рядом с ней плейбоем станет даже дед. Лайкеры хотят, кипит интернет. И каждый парень, проходя и смотрит след, пришлось украсть у нога на черный пистолет. Пришлось украсть у Snoop Dogg'а этот бит. Я вижу хейтеров, у них опять бомбит. Один вопрос, раз ты причина веская. Слышь, ты чё такая дерзкая? Ну ты с ума сошел. Вот это я вообще не понял. А, понятно, Баста. Да какая Баста? Ты просто издеваешься надо мной. Ты же знаешь, я тебя узнал, кстати. Евгений, привет. А там есть... Ну я знаю, Нагану, да. Вот. Басту не знаю, Нагану там... Свистеть не получается. Ну это вот давно еще, блин, 100 лет назад. Такая лайф.
А кто там вдвоем? Ты с супругой? Или я надеюсь, что не с ребенком. Короче, да, как-то так. Серьезно? Как ты вообще увидел, кстати, что я... Всем привет. Кор, это Паша, да, в смысле? Привет. Я столько аппаратуры тут поставил, просто всякой разной. Тут, за кадром не видно, поэтому я отвлекаюсь немножко. Спасибо, да. Я, кстати, у меня была такая мысль, пришлось, да. Да-да-да, я тоже подумал, что, наверное, ты подписался, потому что это сразу, значит, пришло уведомление. Потому что я только в свои группы скинул. Пришлось, да-да-да. Блин, нормальных вообще заявок сегодня не будет, я так чувствую, да? То есть чисто только дебильные. Да, кстати, вот эту песню я уже записал. Я уже говорю это в сотый раз, но неважно. Вот эту, такую дерзкую. Единственное, что клип теперь я сниму только... Вот когда вот эта херня закончится за окном, короче... Дети, да, смотрят. Да, ладно. Я сниму, блин. Все равно, что ты докопался. У меня тут вообще заготовки совсем другие. Вот там, ой, то не вечер. Там, невеселая песня, кино. А ты меня тут сбиваешь с толку, блин. Всякой фигней. Да, я хотел сказать по поводу песни, вот насчет первой песни. Меня не перестают удивлять, что молодежь кому там... Да, кукушку, кстати, можно. Можно, вполне. Я ее не готовил, но можно. В общем, очень удивляет, что 18- и 19-летние дети заказывают такие песни, как «Все идет по плану», там, и, собственно, ну да, «Как на войне», там, и прочее. Да, я в курсе. 29, да-да-да. А мне 28. Ну, кстати, не так далеко до той же цифры. 29-летние дети, да, заказывают всякую херню, на самом деле. Снова, извините. Ерунду всякую заказывают. Типа там дерзко и так далее. Там, кстати, вот эту хрень вообще, вот я как-то гулял с собакой и слышал, как девчонки слушают этого, блин, Джигана. И девчонки, это вот, ну, блин, не знаю, ну, лет, наверное, по 11, где-то так им. Да, изначально, вот это хорошо, что ты все-таки исправился. Джей-Зи, это уже вообще перебор просто, откуда ты его взял? Я единственное, Джей-Зи, если я не ошибаюсь, вообще, если я его вообще не путаю, он с Линкин Парка вот разве что пел, вот эту вот песню еще как-то, ну, их же песню, просто он там начитал. Да, значит, это он. Все, ну и ладно, все, пошел в жопу, короче, хватит. Кстати, вот это уже лучше, это уже ближе. Единственное, что... Ну, только, наверное, припев я так изображу, потому что, блин, это вообще другая папка открыта. Все нахрен перепуталось тут. Нафиг. Так, где он там был? Я, кстати, перед тем, вот как начать прямую трансляцию, я... Блин, да где это? Вот искать это. Мне нужен ассистент срочно, короче, который будет тыкать пальцами в компьютер. Это многие могут делать, кстати. Так что... Да, Нирвану я немного попел, но, блин, лучше не буду, это не для эфира. Хоть это такой репетиционный. Crawling in my skin, this was the will of heal. Fear is how I fall. В финале там еще выше поется. There's something inside me that pulls between the surface. Confusing, consuming. The lack of self-control, of fear is never ending. Controlling, I can't seem to find my
все поверил, мой мозг лозунгел. Ну вот, я плохо вижу. I felt this way before, so insecure. Crawling in my skin, these words I will not kill. Fear is how I fall, confusing what is real. И сразу. Та-дам-та-дам. На выселках камням лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Трезвой рукой, да с твердым умом в строю. Пускай будет так. В строю. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, то дай огнем. Вот так на. Там еще какой-то был, по-моему, куплет, вроде как. Но. Да, кстати, можно попробовать. Хотя звучит она не очень клево, честно говоря. Все то остальное просто вообще безупречно и замечательно. Но. Где-то она. А, ну, наверное, ее надо уже в интернете посмотреть. Я просто на самом деле я сделал большущий список. Всякого добра, но не везде есть и текст, и аккорды. Иногда и аккорды тоже нужно подсмотреть, хотя чаще текст, тем более на английском языке. Да, не говори вообще, просто... Не, на самом деле я сейчас хотел такой... Короче, то, что уже на Ютубе есть на самом деле, знаешь, в этом плане это тоже хорошо, что вы нарисовались, потому что... Ну да, там, в принципе, все повторяется дальше. Потому что вот этот список, там, ой, то не вечер, там, не веселая песня Цоя, это все можно на Ютубе посмотреть. Вот, в том-то и дело, уже все видели, что там вообще.
любой момент можно глянуть. Просто, да, да, да. Ла-ла-ла, седан, баклан, банан, баран. Это версия с индука, я думаю. Знаете, раз вы в Ютубе все такие продвинутые, блин, у меня нахрен вспотели ноги, пока я тут с вами разговариваю. Нет было такого. Женя, что ты гонишь? Видно меня на карте или не видно все-таки? Если не видно, то это хорошо, а не хер меня смотреть. Я, по-моему, локализацию все-таки... Я правильно сказал? В общем, я отключил. Вот и хорошо. Не надо, нафига, блин. Я удивляюсь, заходишь в перископ, ну, надо было как-то его освоить. Просто кто-то вещает, прям можно посмотреть... В какой школе вещают, потому что в основном там все-таки понятно, кто сидит. Так что я удивлен, что на самом деле у нас тут наши местные, как бы это сказать, соотечественники, да, вот тоже, оказывается, такие продвинутые. Но на самом деле вы же можете отмазаться, сказать, что вы там лекции смотрите, ну и все такое. Всякие такие вещи. Вот. Привет, да-да-да, я, кажется, догадываюсь, кто это еще присоединился. Да, конечно. Ты с Твичом это не путаешь? Я, кстати, вчера смотрел на Ютубе. Молодцы вообще. На Ютубе смотрел, как там донатили вовсю. Ну, прикольно, прикольно, конечно. Но я не пожалел, что я не играю в Counter-Strike там во всякие. И вообще ни во что. Единственное, что я могу стримить, это Rocksmith, если знаете такую прогу. Это где настоящая, внимание, настоящая гитара подключается. Вот. Да-да-да, хватит говорить. Я согласен. Слушай, ну, на самом деле, «Лада Седан» можно вот спеть, только оригинал. Не Тимати и Банду, а вот эту оригинальную песню. Она, кстати, где-то тут недалеко. Ну, где рекорд-оркестр? Я думаю, что всем он хорошо известен, в принципе. Не Сындука, нет. Ну, там прикольно, кстати. Надо отметить, что это очень остроумно было. Особенно «Банан» просто убил. Это что вообще? Что ты такое говоришь? Ну зашибись, блин. Это, наверное, какая-нибудь херня. Нездоровая. И, наверное, хорошо, что я не знаю. Как еще раз там yellow? Вот второе слово. А, уже выдала. Выдала, да-да-да. А, угу, понял. Да, спасибо. Я потом поизучаю. Но я надеюсь, это не попса какая-нибудь. Хотя, глядя на них... Да не, вряд ли это попса. Не, я так и понял, да. Так, с бородой особенно чувак не может. Ну, и ты хочешь, чтобы я на гитаре его сыграл? На акустической причем. Гитары даже не видно. Кого-то вдруг я под фанеру играю. Ладно, короче, Металлику. Я попробую просто. Честно говоря, она то идет нормально, то не очень идет. Поэтому очень хорошо, я понял. Не, ну я разве что вот эту вот. Это, конечно, не трап. Но все-таки. No, there's no limit. Ну и так далее. На электрогитаре это получше звучит, конечно. Да. Вот мы с Женькой одну музыку слушали в детстве. Да ладно, на самом деле со всеми слушали одну музыку вообще. Это реально, кстати, вообще капитально. Это
без всяких этих. Это год 94-й, наверное. Ну, реально, вот где-то так. Совсем там не 2000-е, даже близко это. Если, кстати, блин, не 92-й какой-нибудь. So, so close, no matter how far. Could be much more from the heart. For not trusting who we are. And nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we're living our way. All these words I will just say. And nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. Never care what they do. Вот это не очень получается момент. На самом деле там дальше все одно и то же. Ну, по большому счету, так-то, если подумать. Да-да-да, знаю, но не так, чтобы петь что-то из него. Знаю, да. Он вот это... Зашибись. Это же в YouTube потом пойдет. Какие частушки? Не, ну я... Не, кстати, там реально... Надо постараться, в принципе, чтобы... Вот на Твиче, по-моему, гораздо проще попасть в какой-нибудь бан, потому что на Ютубе многое прощается. В принципе, в худшем случае, на самом деле, что они сделают, это снимут монетизацию и поставят как бы 16+, или там сколько-то там плюс. Вот, такие дела. Это очень важная информация. Блин, вот какого хрена? Где вообще репертуар? Там был очень такой... Во-во-во-во. Вот он. Я все-таки попробую. Лох, болван, баран, вот эту песню там. Вообще, на самом деле, он очень высоко поет, этот чувак. Не Тимати, конечно же, ни хрена. Ни разу не Тимати. Лада седан! Баклажан! Лада седан! Баклажан! Ярче солнце блестит фантастический свет. Валиком красил дизайнер Ахмед. Выхлопной трубой дурманит. Все в космическом тумане. Лада седан, баклажан. Лада седан, баклажан. Здесь должен быть красивый проигрыш. Я надеюсь, он когда-нибудь будет. Как луч от звезды Альдебаран, сквозь гиперпространство лечу в теплый стан. Купил диплом таксиста, 600 рублей, не 300. Несу тебя как министра, ну или как минимум за министра. Лада седан, баклажан. Лада седан, горный вулкан. Сейчас самое интересное начнется. ВАЗ, граненый алмаз, фары в ночи, как орлиный глаз. 1600 километров в час, космической кары, нейтронный фугас. ВАЗ, костюм Адидас, доспехи богов галактических трасс. Я вас из лос, вас из дас. Враг ослеплен светом белых лампас. Термоядерная шурма. Вместо солнца взойдет хурма. Горным эхом 100 000 раз породились Казбек и Бегас. ВАЗ, граненый алмаз, фары в ночи, как орлиный глаз. 1600 километров в час, космической кары, нейтронный фугас. Лада седан, баклан, банан. Вот, ну как-то так.
Как-то так. Спасибо. Спасибо за сердечки, вам зачтется обязательно. Не, реально, разве на Перископе можно донатить, да? То есть, наверное, скорее всего, типа, если в этот, в индивидуальный чат, ну как это, блин? Ну да, тет-а-тет, типа, да? Там вот это вот я видел. Я еще не до конца разобрался просто. Баклажан, да. Вот тебе баклажан. Не, ну ты имеешь в виду Шведбанк, да? Точнее, блин, зачем я сказал это слово? Теперь все. Теперь это реклама, блин. Кстати, они вообще, вот надо про них что-нибудь плохое сказать. Мудаки просто, нет слов, реально. Не давали мне бабки перевести те столько, сколько я хотел. Да, вот очень зря, кстати, могли бы заплатить. Хотя этих пидоров рекламировать вообще неохота, на самом деле. Просто достали, а самое главное, куда особо никуда не денешься, там в других их точно упоминать не нужно. Вообще там нефиг делать. Да ничего хорошего. Я даже у меня слюни. Ой, блин, сопли чуть не пошли носом. Так, хорошо, что еще носом. Ну вот. Такая мощная песенка. Я не знаю. Да, я сейчас буду согласовывать, как будто там. Как бы это ни странно. Да, а можно я спою арию? Ну, пожалуйста. Блин. Ну, это только Эдуард Суровый там какой-нибудь. Да? Типа. Как-то ночью в мавзолей подкрался одинокий гей. Вот такие песни, да? В мавзолей как-то раз пробрался в ночью. Вот такие, я так понимаю. И теперь у Ильича вывих правого плеча. Вот такие песни, я так понимаю. Это как в хоккее. Они еще иногда включают. Да-да, столько пальцев. Ты случайно их набрал? Вот эти последние четыре. Не, я ничего не против, я просто... Поржать. Ну, я понимаю, на работе скучно, да. Не случайно? Ну, ты вообще... Так, у меня тут есть. Есть где подсмотреть. Сурово. И теперь... А, ну давай, вот это. Давай, это я сам собой такой. Давай. Чего ты паришься? Очень странно, блин, реагирует сайт. Короче, да, заходишь с мобильного телефона на сайт, ну, с одного айпишника, да, заходишь потом на него на компе, и он почему-то мобильную версию показывает. Вот такая вам подумать на этот счет. Я понятия не имею, почему. Но Сурового я точно не планировал. Да, это точно. Теперь через Перископ меня выслеживают. Я, кстати, сегодня вторник, завтра в среду, скорее всего, в 9 часов, я думаю, я напишу об этом еще там где-нибудь. Играю в этом. Спасибо, да. Вот в среду. Вообще, каждую среду, либо в 8, либо в 9 часов. Вчера была среда, сегодня понедельник. А я сижу, да, но это, кстати, не Эдуард Суровый, но неважно. В общем, в этом, в арт-кафе я играю. Ну, я играю, правда, там больше как, так типа, ну, как второй голос и на электрогитаре там подыгрываю. То есть это не совсем то, что сейчас, вот, пока что, по крайней мере. То есть мы там вдвоем играем. Но на самом деле, если будет много русских туристов, арт-кафе, нет. Ты, может быть, с рок-кафе путаешь? Да, Жека, все правильно. Слушай, арт-кафе это которое вот, ну буквально на Ратушной площади на самом деле, напротив суши-бара, то есть если так, там открытое это стекло, ну прозрачное. И как раз, кстати, видно, кто играет с улицы. Ты, наверное, про другое подумал. Есть еще рок-кафе, я, кстати, их тоже путаю до сих пор, хоть я уже который раз там играю. Вот, ну там такая атмосфера на самом деле хорошая, мы там даже все идет по плану как-то пели. То есть да, вот до такой степени все там бывает. А если будет много, конечно, туристов,
Тоже арт-кафе. А по-моему, на Пярновском как раз-таки все-таки рок-кафе. Да определись, Жека, хватит там. Да ладно, я хотел Сурово, я открыл уже его. Вот рок-кафе снесли. Слушай, но его, наверное, перенесли, потому что оно все-таки как-то... Да-да-да, согласен. Че, он прикалывается, ты хочешь сказать? Сейчас будем гуглить, да, где там... Где Google Street View? Сейчас мы все посмотрим там. А он такой. Ну да, вот-вот-вот. Вот я на Арию ходил, как раз в это рок-кафе. Ну, грубо говоря, на Майк, в принципе, можно и так сказать. А ты такой... А, я знаю... Знаете, какую песню я знаю? Даже не можете себе представить эту. Да, я просто... Я так уверенно говорю. Блин, как она начинается-то? Давай забудем все и сбежим. У нас одна любовь и одна только жизнь. Ну и там типа... Имя любимое мое. Это именно имя любимое мое. Да? Так. Забудем все и сбежим. У нас одна любовь и одна только жизнь. Нет, вот Дорна, я не знаю, это была бы Ивана, да-да-да, ну, в смысле, конечно, не надо стесняться, вот это я знаю только, стесняться, ну, так и лучше петь. Это не шутки, мы встретились, да-да-да, я родила в маршрутке, да, это классная песня. Это не шутки, мы обе проститутки, вот я такие только знаю, ну... Я, кстати, ее хотел переделать, но что-то пока что даже скинул в отдельную папку. Угу, давай. Блин, а текста тут нету. Ну, песня, конечно, просто... Ну, трэш — это самое мягкое слово. Я понимаю, что оно относилось не к этой песне, но и все-таки. И все-таки. Ну да, если так... Конкретно, да, еще то говно. А что ты место мне тут пишешь, блин? Это я к телефону. Места почти нет, как будто я записываю. Арт-кафе. Сейчас. Альпинист Яков взобрался на вулкан. Альпинист Яков взобрался на вулкан. Но с этим восхождением, не-не-не, произошла параша. Не удержался и упал. Блин, подождите, это чат меня отвлекает. И упал в лаву Яша. И теперь Яша лава. И теперь Яша лава. И теперь Яша лава и рюкзак. Ну и сократим. Мамочка, прости. Да, Яша лава. Так, арт-кафе. Ну, на самом деле, ты знаешь, где суши-бар? Ё-моё, блин, ты знаешь, где суши-бар? Вот там вот. На букву «С» он называется. Там еще Танька с моего класса работала. Да, только там дефис стоит, кстати. Не ест суши, блин, ну просто потерянный человек для общества. Вот буквально напротив него. Да, да, да. Суши из хрюши. Так. Ну еще вот эту песню точно надо спеть, раз уж такое дело. Да, 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 13. Вот я забыл. Вот... Куласепа 13. Вот, точно. Вот, блин, ну, конечно, таксист все знает, все именно по улицам. Какое... Да. Но она такая долгая, кстати, с этим енотом там. Вот, да.
Ищу вам хуй нота. Ищу вам хуй нота, да-да-да, что-то такое. Я купил пуховик, я себе купил пуховик китайский и вышел в нем на улицу гулять. Пришел домой и снял я пуховик китайский. И что увидел я? Что увидел я? Что? Что я увидел? Что весь в пуху? И я. Весь в пуху? И я. В пуху? И я, да. Сибас, кстати, он у меня стоял тоже там буквально на первом месте. А мне очень нравится, это уже, да, вот, да-да-да, «Спи, жена» тоже очень офигенная. А мне нравится уже не суровый, это не сурово, там просто конкурс «Новой волны» там был. Там пели, сейчас скажу. Это песня про цену на нефть. Она вернется, как и Жека сейчас вернется. Она вернется, она вернется, и экономика не на... Вот такая песня, вот такая песня. Очень хорошая. Да, может быть, на инглише еще что-нибудь. Вообще, я завязываю уже. Я не знаю, я не вижу там сколько... А, вижу, время вижу, да-да-да. Сейчас я увидел. В который раз хочу заснять на GoPro, честно говоря. И она, скотина, вырубается, тварь такая, почему-то. Непонятно, вот сейчас вообще непонятно, почему. Не, эту я песню не пою. Так получилось. Ладно, на самом деле я еще в другой раз обязательно поразвлекаюсь. Поразвлекаю, точнее. Хотя порой непонятно, кто кого тут развлекает. Да, короче, анонс, да, просто практически тут. Реклама, да, в общем, завтра в арт-кафе. Да нет, что тут думать, в 9 часов, короче. Где-то в 9, я думаю, начнем. И там 2 сета, наверное, отыграем. Ну, если попросят, то может быть 3, то есть, в принципе... Там, ну, часа 2 будем играть. В прошлый раз там был барабанщик, еще и скрипач был, и мы долго играли достаточно, и пели в основном русские песни, очень много там. Так что, может быть, в этот раз тоже. Хотя, ну что, английские в основном там Beatles и... Ну, в общем, я сейчас, блин, всех не вспомню. Просто это не мой репертуар, это я... Как раз, как это называется, я не знаю, изучаю, короче, да, в общем, он не мой, а ты такой, с бородой, в твои попало сети. Евгений вернулся, а что ты телефон с собой не берешь разве? Очень странно, все берут. Насчет, кстати, рок-кафе, я знаю, это вдруг это все важно. Ладно, короче, я думаю, вот, золотые слова. Ладно, ребят, спасибо, что были. В общем, да, вот на этой ноте мы закончим. Все, короче, я еще как-нибудь появлюсь. Просто не хотелось... Ладно, короче, чуваки, давайте. Так вообще трудновато, конечно, вещать и все такое. А он вернется. Все, счастливо.